Алоха, с вами Sword Flame, и в этом видео мы сразимся с последним 11-м гигантом. Но сперва мы войдем с ним в бой и убежим, тогда откроется скит. И неважно, от какого гиганта нужно убегать, потом сюда вернемся, гигант снова зареспавнится, и тогда уже мы с ним сразимся. Итак, погнали! どうして逃げたの？あのまま戦ってたら、俺たち確実にあの化け物に食われてたぜ。そうなっても、お腹突き破って出てこられないかしら。めちゃくちゃ言ってるわよ、この女。ジュディだったら普通にやりそうだから怖いな。そんなにジュディスはあの魔物と戦いたかったんですか？戦いたいというか、中途半端が好きじゃないだけ。ここは戦略的撤退だよ。マジで食われちまったらシャレにならねえだろ。そうね。でもまた来ましょ。ま、気が向いたらな。
Thank you.
飛ばしていきますか。これで教えてもらったギガントモンスターを全部倒したね。最初はびっくりしたけど倒せるもんね。ま、あんなのが普通の魔物みたいに群れてたら勝てやしなかったろうかな。縄張り意識が強かったのかな。おかげで助かったってこと。普通の魔物より断然強いから取れる素材も貴重なものが多かったわね。そうじゃの、苦労して倒した甲斐があったの。それにギガントモンスターを倒してブレイブベスペリアも有名になりますしね。噂の息を出ない魔物を倒したからって有名にならないと思うけど。確かに普通に生活してたら会うこともない魔物だしな。ま、素直に喜んでいいんじゃねえか。そういう割にはユリなんか元気ないです。うん、ああ、なんていうか達成感というか脱力感というかな。そうね、手応えのある魔物を倒してしまうと少し寂しいわ。きっとそれユイとジュディスだけだから。はあ、まったく戦闘マニアどもは。Thank you.
今の僕の技見てくれた？ああすごかったぜマジで。僕だって強くなってるんだ。まカロルがこれだけやってくれりゃブレイブベスペリアも安泰か。これで満足してちゃダメだからもっと頑張らなきゃ。へえ強くなったのは心の方もか。
Thank you.
Итак, мы победили всех 11 гигантов. Последние два гиганта потяжелее уже прошлых, действительно. Чувствуется, что это боссы, особенно последний. Неприятен он тем, что любит взлетать, и из-за этого может уворачиваться от многих атак. Поэтому на нем будет удобно использовать Джудит. И, пожалуй, я так и сделаю, когда вне видео буду с ним сражаться, чтобы все же выбить с него вещичку для крафта, а не ждать, пока он снова через какое-то время зареспавнится. Таким образом, мы получили ачивку за победу над всеми гигантами. Мы получили новый титул с костюмом для Кэрола. Теперь он модный весь такой, а не лягушачий. И помогли паре. Теперь они смогут наконец-то сыграть свадьбу, если, конечно, захотят. И на этом моменте я это видео закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!